слава Богу, я, я, знаю, что предвестие Хануки – это не маскарад, как бы для рождественского или ханукального вечера. Но э, сегодня я хотел бы просто поговорить с вами. У меня есть тема, которая называется «3В-формат для жизни». Вы видели, как э, здесь в медицинских э, э, Учреждениях или в аптеках называется 3D или 3V, там 3M, 3M да, там, там компания, которая выпускает медицинские какие-то оборудования, что-то еще. Я, я сделал 3 v формат для нашей жизни. О чем это? Это о жизни. Я хотел бы говорить о том, потому что у нас есть э, на, на этот год есть видение год для Бога лицом к лицу. И я говорил о том, что я буду пытаться рассказать о том, как это сделать, как встретиться с Богом и обновить свои отношения с Ним. В понедельник мы приехали с Татьяной из Израиля после интенсивного исследования. И с прекрасным результатом. Знаете, вот результат докторов был просто удивительный. И это... Слава Богу за это и спасибо вам за молитвы. В первую очередь это то, что... Вот то, что мы хотели верить, и мы верили, что не нужно будет операции. Доктор так и да сказал, что на сегодняшний день он не видит надобности в операции. Но говорит, если ты хочешь жить, мы немножко с тобой поработаем. Если мы взяли направление в этом году лицом к лицу к Богу, то нам нужно знать, как к этому прийти. Что-то такое. Об этом сегодня хочу говорить. Мне кажется, что путь к встрече с Богом всегда лежит через сердце человека. Встреча с Богом лицом к лицу ⁇ это не просто столкновение, это есть на сегодняшний день, это стремление человека встретиться с этим Богом. Я думаю, что у, даже у самого Моисея, когда он столкнулся с этим удивительным чувством лицом к лицу с Богом у горящего куста, все-таки его сердце трепетало в сознании того, что есть Бог, который на самом деле отвечает. Он знал Бога Авраама и Цаха Яка. Он знал об этом, потому что он отождествлял себя с еврейским народом и страданием еврейского народа. Сбежав от преследования, он все-таки томился, думая о том, что происходило там с его народом. И когда встретился с лицом, лицом к лицу с этим горящим кустом, Бог стал с ним говорить к его сердцу, к его призванию, к тому, что Бог хочет в его жизни изменить. Чаще всего это похоже вот стремление к встрече с Богом на встречу человека с доктором. Решение человека лежит в сердце, встретиться ему с Богом или нет. Чаще всего люди записываются на прием к врачу. У нас сегодня есть прекрасная моя палата, напоминающая мне о моем недавнем нахождении там. Но на самом деле записываются к врачу после того, как мы определяем в своей жизни, что что-то не так. У нас то почки, то селезенка начинает болеть, то уши, то голова. И мы думаем, и это правильно, чтобы пойти к доктору на собеседование. Но почему мы это не делаем? Давайте мы будем как бы, сегодня откровенны перед друг перед другом. Чаще всего, я таким так тоже был человеком, что мы к доктору не идем, потому что, первое, это еще не так болит. Это еще не так не беспокоит. Спрошу Сару, у нее тот же самый симптом был. Спрошу Сару, что у нее болело. Зачем мне к доктору идти? Второе, может быть, у меня нет пока времени для этого. Поэтому зачем беспокоиться? Ну, болит, ну, переболит. Ну, ладно, там посижу. Потом. Когда-нибудь потом, я таким же самым был, то у меня сердце прихватило, то у меня как бы давление поднялось и так далее ночью, и, 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 и ладно, как бы и к доктору зачем. Третье, может быть, лечение в аптеке, легче всего. Пойти к Йоси на консультацию, он консультант в аптеке, я в него спрошу, что у меня должно болеть при таких симптомах. Понимаете, у нас есть всегда вопрос. Что мне делать, только чтобы к доктору не пойти. Подсознательно мы думаем, что э, это нам в, 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 в копеечку влезет. Подсознательно мы думаем, а что оно мне будет стоить? Пойти к доктору. Легче пойти к аптеку, к Йосе, спросить, что болит. Как это этого лечиться, Либо залезть в интернет и посмотреть э, э, на чат, если болит почка, что делать? И все начинают говорить советы давать. Я говорю о ситуации физической, то, что мы делаем по плоти, потому что наша плоть очень часто связана с нашим духовным состоянием. Не так ли, правда? И Писание говорит, что говорит, возьмите пример у природы. Вы говорите, что вот сегодня зарево или там как бы, э, заход солнца, красный, значит, будет что? Холодно. Посмотрите на человека, смотри, что он делает, и поймешь, в каком состоянии духовном он находится. И если мы так себя ограничиваем тем, чтобы не пойти к доктору, мы себе находим всегда какие-то э, страшные отв ответы, почему я не иду к доктору. На самом деле мы боимся, что этот э, э, доктор, он фактически ничего не знает, что в нашем медине они учатся, ничего не знает. Он пошлет меня ко всем этим лаборантам, ко всем, чтобы сдавать эти анализы. После всего, сколько оно мне будет стоить. И сразу поднимается Хороший миссионерский долг. Я лучше эти деньги отдам бедному и нищему. И буду страдать за веру. Ведь я от себя отделил, от своего здоровья, отдал тем, кто нуждается, особенно хмельницкую мессианскую общину. Пускай там они процветают, а я буду страдать. Очень серьезно. И потом в конце, когда стану пред Господом, скажу, ведь я страдал за веру. Сегодня мы говорим о том, что нам страшно пойти к доктору, поскольку это мы не знаем, под что оно нам будет стоить, что слышать. А самое страшное, что в людях всегда чаще все это говорят, после всего, когда я пойду к доктору, он мне скажет то, что я уже давно знаю. Вот почему я к доктору не хожу. У меня болит здесь. А, это печ печень болит. Да точно. Пошел к доктору, тебе сказали, у вас проблема с печенью. Я же говорил, что у меня печень болит. Люди так реагируют, потому что они знают, что у них есть проблемы, но они не идут к доктору. Почему я об этом говорю? Потому что, чтобы найти Господа в своей жизни, необходимо на самом деле идти к тому, кто может дать тебе ответ. И встреча с Богом – это решение человека пойти навстречу и встретиться с тем, кто дает исцеление. Ишуа говорит простые вещи – он говорит, что не, не здоровые нуждаются в докторе или в исцелении, а кто? Больные. Почему мы когда-то пришли к Богу? Почему когда-то мы пришли к тому, кто нас из, изменил? Потому что в своей жизни мы поняли, что без влияния извне исцелиться, освободиться, измениться нам невозможно. И когда мы пришли к Богу, мы принесли к Нему нашу, нашу боль, наше как бы, непонимание, наше, наше состояние. Мы говорим, мы нуждаемся в Тебе. Исцели нас, приди в нашу жизнь и сделай ее другим. Другой жизнью. И это мы получили. Со временем, когда мы приходим в общину, уже в этом поднятом состоянии, в состоянии э, здоровом состоянии, когда мы не, еще не загрязнены никаким внешним состоянием, мы облегченные, освобожденные, славящие Бога, радуемся в том, что мы попали в семью, где Бог действует. Правда? Хорошо. Давайте вернемся к плоти. По плотски. Я буду говорить о своей ситуации. 21 сентября этого года меня госпитализировали. Я верю, что это именно было Божье спасение, потому что доктора, когда меня принимали, в, принимали, принимали в, в реанимацию меня привезли на каталке, у меня нету сегодня каталки, и, мне должно, сегодня должно было вообще быть, ангелы должны были, носилки быть, кровати должны были быть, но мы не смогли это сделать. Меня просто привезли туда, на самом деле, Божьи ангелы, чтобы спасти мою жизнь, потому что доктор смотрел на меня, говорит, посмотрел, говорит, ну, это не наш клиент. Я, я, я смотрю на него, говорит, давайте я буду вашим. Давайте, вот сегодня я должен быть вашим клиентом он посмотрел на меня, как бы так все как бы положили. взяли кровь. Когда взяли кровь, сразу начали что-то быстро там бегать, шуршать, что-то делать. Звонит Татьяна, мы Татьяна там вызывает, мне спрашивают. такой вот, у нас есть вариант. Мы, мы понимаем, что у вас инфаркт задней стенки, то есть обширный инфаркт сердца. И надо что-то сделать, у вас тромбоз. И для этого нужно медикаменты. Мы будем их вливать или нет? Вот, я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, можно просто, это очень дорого и нужно, и, и, как бы это, это ну, как бы ну, вы понимаете, это очень дорого, а и можно так просто, как бы так вот неизвестно, что будет. Я понимаю, что многие сразу говорят, а какая наша медицина? Нет, вопрос не в этом. Все равно это духовный вопрос. Если вы посмотрите на те вещи, это фактически связано с теми, со всеми нами. Если приходит у нас проблема в жизни, мы начинаем идти, либо если мы захотели прийти к пастору на исповедь или пойти на, на, на консультацию, пастор говорит, как ты хочешь, чтобы я тебя лечил? Есть интенсивный метод лечения. А если хочешь, и ты просто пришел поконсультироваться, мы тебе вот дам тебе советы, так что хочешь с этим делай. Очень, наша система очень даже похожа на церковное состояние глобально. Будем говорить так. Когда меня спросили, я говорю, слушайте, лечите, пожалуйста, что нужно. Он говорит, мне нужно, нам нужно с вашей женой поговорить. Пошли к Татьяне, разговариваем, Смотрю, что при, прибегают, ставят мне сюда как бы, эту медицину, капельницу специально, говорит, ну, и мы предупреждаем, вам будет плохо. Что это значит? Он говорит, ну состояние такое будет, как будто вы уплываете куда-то. Ну это да нормально, говорит, ну как бы будем делать или нет? Чувство было такое, знаете, так, когда они сделали это все, у меня начало так типать немножко, так, как будто я так ухожу куда-то и думаю, в себе, в самом а вернусь ли я? Что-то делала, у меня был стопроцентный тромбоз, и лекарство пыталось пробить этот тромб, поэтому состояние было то, что я как бы уходил в неведение, то есть как бы не знал ли очнусь или, или не очнусь. Они сказали, посмотри, смотри, смотри, ну там э, пульс и все остальное. Они как бы пытались, чтобы уже стояли на, на, на изготове, чтобы возвратить меня обратно. Но все прошло, все, слава Богу. Я, почему я говорю об этом? Потому что через... Буквально сутки, в ночь, я, я в ожидании как бы, такого страшного приговора, не знаю, что со мной происходит. Я понимаю, что со мной что-то плохое произошло. Но конкретно я не знаю, что со мной происходит. Потому что мы, и я не как бы, ну, не доктор, я не знаю, что со мной происходит. Я не, не знаю, как, насколько это плохо или хорошо. Я всегда относился к инфаркту. Это инфаркт. Но как бы, ну, не знал, что это такое. Но на самом деле инфаркт это от, когда происходит тромбоз и не поступает питание из крови, потому что наше сердце питается кровью и вот в это время оно работает маленькими капиллярами и в этот момент, когда не поступает кровь для сердца, оно начинает отмирать, то есть стенки сердца они отмирают мгновенно, то есть если здесь может отмирать годами, там какие-то части тела, да, то сердце мгновенно становится каменным. Помните, Ишуа говорит, что я дам им сердце плотяное и заберут сердце каменное. Другими словами, я заберу то сердце, которое прошло инфаркт, которое не было омыто кровью, которое не было очищено, которое не питается кровью, я поменяю, сделаю ему сердце, которое будет попитаемо кровью, и будет живым и будет функционирующим момент здесь очень интересный потому что я не знал что будет происходить меня утром уже повезли нам там специальную кариграфию или как это? карископию или, там кардиоскопию это когда мне вставляли где-то числа остался знак когда мне положили на, 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 на кушетку говорят, мы только проверим ваши вены что с вами происходит? Когда они пошли туда, они нашли то, что 100% как бы не было пробито, тромбоз еще там оставался, они должны были очистить. Поставить туда стенд поставили туда стенд, то есть расширили мой сосуд, чтобы кровь могла функционировать, подходить к сердцу. И, и, и после этого меня привезли в палату. В палате я познакомился еще с несколькими евреями. Там два, два еврея Он, э, лежало. Илья Моисеевич и Боря, мы стали такими друзьями палаточными, знаете, как бы сострадали друг другу. И что, что происходило? Мне запретили ходить. Мне запретили ходить, мне только в туалет, больше никуда. Я благодарен каждому из вас, кто пришел ко мне и посетил меня. Я был очень-очень был впечатлен тем, что люди приходили, даже несмотря на запрет докторов, доктора говорили, кто вы такой, что к вам столько людей ходят. Так как бы и, и, ну, знаете, и люди, которые мы знаем, которые не приходят в нашу общину, но они верующие люди. И они еще при. Как бы, ну, во власти и так далее. Они все приходили и все сочувствовали. Один, один человек пришел, говорит, я когда узнал, что что с произошло, произошло пошел, пошел в церковь, поставил свечку за тебя. Я говорю, спасибо. Это, это помогло. И, конечно, он помог, чтобы меня сразу там начали воспринимать, как будто я очень важная персона. Все принимали, что я как бы байкер. То есть говорит, это и кто-то делал, доктор делал эти все исследования что что я байкер а женщина которая была медсестра во время операции она ходит в церковь прославления, и она говорит это, это вообще это равина общины и так далее он говорит да нет вы что гоните вы так? Он говорит, а потом она приходит и смотрит они уже в интернете смотрят мои проповеди и говорит точно он классно говорит вы то, как бы поняли что не, не тот человек как бы как они думали то есть, как говорится, внешность, она всегда обманчива, да? Но с моими друзьями в палате мы стали как бы собеседниками, мы разговаривали. Илья Моисеевич попал в больницу или в эту палату за три дня до меня. То есть ему сделали то же самое, что и мне. Смотрю, Илья, каждое утро Илья Моисеевич собирается, одевается, идет на прогулку. Пошел на прогулку, где-то час, его нету, приходит и говорит, все, все хорошо, все сделали. А что вы сделали? Он, и вот была часть выйти на улицу, сделать пару кругов. Там, вокруг больницы, огромнейшие дубы. Огромнейшие, не знаю, сколько там они уже им лет, но обнять невозможно. Он говорит: Я пойду, обниму свой дуб, поговорю с ним, возвращаюсь. Каждое, каждое утро, послушайте, каждое утро это делает, Через, придет, покушает, ляжет, и буквально проходит полтора-два часа, вызывает медсестру или доктора, говорит, мне плохо. Ой, мне плохо. Доктор ему и так, и все говорит, то капельницу поставили, то и таблетку дали. И э, у нас с ним был один и тот же лечащий врач. Э, Ульяна Владимировна была... Она, Интересный врач. И когда каждый раз, когда она уходила, он начинал Говорит, это вообще, это как бездарность. Это вообще, кто-то таких ставит, она ничего не учит, она ничего не знает, ничего не понимает. Знаете, И вот и шо, шо, плохой врач. С, Этим врачом, у меня были хорошие отношения, она мне сказала, рассказала, что происходит с моим сердцем, как она работает, как когда не должно работать. И ко всему, она говорит, после всего, я сомневаюсь, что вообще нужно делать операцию. Она единственная в, в больнице, которая сомневалась, что мне нужна операция. Чего подтвердили евре, еврейский профессор в Израиле, что мне действительно не нужна операция. И я благодарен Богу, что есть врачи. Но суть-то здесь получается в том, что я... Чувствовал на третий день себя отлично. Понятно, да? Я себя чувствовал отлично. Я уже хотел идти на прогулки. Она говорила, дальше туалета не разрешаю. Две недели дальше туалета не ходил. Кардиограммы, пилюльки, выписывали все. О чем я говорю? Вы скажите, к чему, Ребе, к чему это все, вот это твой разговор? Как это касается нас и нашего поиска Бога в этом году? Очень просто. Мы очень часто, когда нам уже становится хорошо, мы не прислушиваемся к тем эм, повелениям, либо же советам, которые делают служителя. Очень просто. По истечении какого-то времени нам становится очень хорошо. Я думаю, что многие из нас, после того, как они приняли еще Мессию, освободились от всяких грехов, проблем и зависимостей, мы чувствуем себя очень и очень хорошо. Но духовное состояние людей, как его, в общем-то, оно занашивается. Кто согласен со мной? Мы, 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 долгое время мы чувствуем себя, подожди, что такое? Я не чувствую Бога, я прихожу на собрание, и мои отношения с семьей какие-то стали другие. Вот когда я покаялся, когда я пришел к Богу, когда вот было это 20-10 лет назад, так было все хорошо, так было легко, как бы легко прощали. Я говорю, милая, ну, ну ладно, Иисус простил меня, им тебя прощаю, ну и хорошо. Такие, знаете, слова, мы, 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 мы любили это все делать, мы выходили на улицы, мы говорили людям о том, что Бог сделал с нами, а сейчас мы... Эм, Заржавели. Мы чувствуем, что у нас есть проблема. Мы знаем, что у нас есть какая-то проблема. Но мы к доктору не ходим. Мы начинаем делать самоанализ и самолечение. Кто из вас делал самолечение? Делали, делали или делает самолечение? В интернете что-то нашел, что-то намазал. Да, что-то сделал, раз прыщики выскочили. От чего? Кровь не та. И то все. И как это? То волосы выпали, то еще как бы еще. То есть, да, как бы, то я знаю одного человека, который самолечением долечился, что попал в больницу. Слава Богу, что он слушается врача сейчас. Да? Я тоже знаю его, да? Этот человек. И на самом деле, когда в нашей жизни происходят трудности, которые Библия говорит, что вы, в этом мире вы будете иметь что? Скорби. Но мы же не привыкли. Когда мы приняли Ишуа, нам сказали, что все должно быть хорошо, все будет хорошо. И когда все хорошо, это становится трудностью. Мы начинаем сталкиваться с какими-то проблемами. Мы говорим, подожди, когда я пришел на покаяние, мне в пакете спасения этого не предлагали. Это не было. Я же читал же, что когда Исаия 53 освободил от греха, от болезни все такое. В этом в этом контексте не было, что и дал и проблемы, и ситуации, и в семье, и не решение как, 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 как? Подожди секунду. Когда мы сталкиваемся с этими проблемами? И мы начинаем его решать не через Слово Божие, не через отношения с Богом, а начинаем решать через обстоятельства жизни. Мы начинаем в интернете искать, какие же еще есть учения для того, чтобы пробить эту стену неверия или несогласия. Мы начинаем потихоньку трамбировать свои вены к своему сердцу, к тому, к чему должно приходить кровь и питать наше сердце, мы должны быть свободны, потому что от избытка сердца говорят уста. Всего, как бы, сердце человека больше, ну, как бы, больше всего испорчено, оно принимает, ну, именно вот духовное сердце, мы говорим о физическом сердце, оно непосредственно связано с духовным, мы внутри чувствуем, что сердце работает, да, мы видим как бы по себе, что сердце работает, но внутри мы также чувствуем, что мы любим, мы сострадаем, нам больно, и это все отлагается в нашем сердце. Мы понимаем, что трудности и переживания порой мы не замечаем, как эти трудности и переживания, боль, предательство откладывают некоторые, знаете, такие, в медицине называются бляшки такие, знаете, ну, это тромбозные... Ну, ну, так говорить можно подумать, что я ругаюсь в интернете. Ну, давайте не буду говорить. Вся, всякий мусор, штучки, штучки, Про, мелкие пробки. Вот русский язык. Вот как это скажешь, что-то не знаю, что потом вырежут, еще скажешь, что в интернете матерится пастор. Наш необходимый духовный уровень, которым мы всегда связаны с, с Богом, начинает засоряться через загрязнение мирскими отношениями, когда люди просто интригой занимаются в мире. Например, не нашел жены или мужа в общине или среди верующих, нужно найти где-то на стороне, да? Ну как бы, это, вроде бы вроде бы не, не грешит грехом, но по -по пофлиртовать немножко нужно. Может быть, что-то найду, а может она спасется, или он спасется. И вот будем мы счастливой семьей. Вот эти вот мирские состояния, вот заигрывание с миром, вражда против Бога, она засоряет наши вены, по которой должна течь кровь Мессии. Кровь еще Мессия очищает от всего? От всякого греха. И я вам скажу, когда она очищает от всякого греха. Мы порой, не замечая, как грех э, приходит в нашу жизнь. Такой грех, как неверие. Суета. Вы сказали, суета это грех? Да, суета грех. Суета суета, нет, все суета. Нет правды в суете. Во время суеты мы не думаем о Боге. Хотя нам нужно как бы, делать то, что мы делаем, но мы все, что мы должны делать, мы должны делать как? В Господе, воспрославляя Бога через все, что мы делаем. Горечь, гордость. Халатность, лень, обиды, сплетни, безразличие. Эти все простые вещи, они потихоньку откладываются в наших сосудах, где в одно время оно закупоривается. И тогда нет доступа крови к сердцу. И наше сердце становится каменным. фарт. Хорошо, что если человек способен обратиться вовремя к доктору при инфарктном состоянии, когда нам совсем плохо. Знаете, вот, вот, вот привычка человека, когда уже совсем торба, да, вот совсем торба, тогда пойду к доктору. А Библия говорит простые вещи. «Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усилена молитва праведника. Как интересно. Как только у тебя пришла обида, разочарование, боль, ненависть, гордость или лень, что нужно сделать? Молиться друг за друга, сказать человеку или служителю, сказать, слушай, помоги, у меня вот, вот, вот сюда дошло обида внутри, она мне дошла сюда, чтобы исцелиться. Чтобы не было этого тромбоза, нужно исцелиться. Некоторые вещи, которые доктор мне сказал, они очень интересные. Потому что, когда мы были у врача, он сказал о том, что нужно тебе будет медикаментозное лечение, нужно будет отдых, нужно будет тебе распределить свои правила как бы, занятий, расписания и так далее. И я когда посмотрел, и оно на самом деле совпадает с тем, что Бог хочет требовать от нас. От нас. Некоторые таблетки, которые мне выписали, они прописаны на целый год. Каждый день, целый год. Вы думаете, я, мне это нравится? Я себя чувствую хорошо. Мне хочется пойти в, в Макдональдс, взять гамбургер с картошкой, ее съесть, запить колой. Как бы оно, знаете, вот оно все у тебя течет по рукам, вкусно. Еще при, так, сделать так. Знаете, хочется этот пойти. Пойти в спортзал обратно, взять там на, как бы, на гру, там, 120 килограмм, чуть -чуть под, это самое, пойти под, подтягать там и все. И как бы хочется пойти, это поехать с кем-то там еще, поговорить с братьями, где решать вопросы, там где-то тяжелые вопросы, там общинские, там где люди там начинают, а, ты кто такое, что такое, а, там, там и вот конфликты эти решать, мне, мне вот хочется это сделать. Бог, а, а, и, Бог и доктор говорит, а тебе это нельзя. Хотя мне можно. Но один раз. Можно. Пожалуйста, можешь. Хочешь быстренько со мной встретиться, пожалуйста. Иди в Макдональдс, иди в спортзал, иди в сорсе, иди разговаривай с людьми, решай проблемы, и без, без всякого но один раз. Либо у тебя есть шанс. Доктора мне говорили, мы можем продлить твою жизнь тремя вещами. Первое это вырезать твое сердце перешить его, и лет 30 так вот где-то ты, ты проживешь еще. Я посчитал, правильно, я тоже возмущался так. Я посчитал, 75, не, маловато, что-то так не хочется в 75 умирать, это как бы планировал 93, как бы так, хотелось бы. Да? Посчитал, другой говорит, можно сделать по-другому. Ну, как бы это будет более сложно. Мы тебе поставим стантирование. То есть на, на три артерии, которые забиты, мы поставим э, стантирование. И э, может быть для 10-12 ты еще проживешь с, с этими вещами, то есть продлить жить. А потом нужно будет тебе делать э, шутирование. То есть вырезать сердце, перешить его еще 30 лет. То есть, опять посчитал я: не хватает. Либо третий вариант. Третий вариант очень простой. Ты навсегда останешься нашим клиентом. Имеется в виду, тебе нельзя будет делать то, что ты делал раньше. Ты можешь прожить намного дольше, чем ты планируешь. И у меня выбор. Что мне хочется, чтобы мне открыли мою грудную клетку, вырезали сердце и поставили, как бы там все перешили, это один вариант. Но боюсь знаете, что бояться? Ну, как бы то, что как бы понятно, каждый человек боится, как бы такие вещи. часть такая первая, это как а что если открою глаза и уже пред Господом? что скажу, что я не сделал так? понимаете, никто не делает гарантии, как бы на, на, на операции. и но здесь вот вариант первый, то есть вот третий, это следовать четкому решению врачей. Зачем? Зачем? Чаще всего, помните, я вам сказал за Илью Моисеевича. Чаще всего люди, которые не хотят их двигаться к Богу, либо уже они засорены в своем сердце какими-то ситуациями, проблемами, они начинают искать и винить других людей в их личных проблемах. Как этот Илья, он говорит, это бездарность, это это вообще, что он мне наговорил. Этот доктор понимает, что он говорит, у меня проблема, у меня болит, а он меня что-то заставляет делать. Знаете, доктору в Израиле сказал одну вещь. Я говорю, у меня болит, он говорит, и так. У тебя субъективное э, мнение, а у меня на, 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 на бумаге объективное мнение. К Чему я должен следовать? Твоему субъективному чувству или моему объективному, как бы сказать, анализу? Сегодня тебе говорю, операцию тебе не надо делать. Я говорю, ну у меня болит вот тут еще, вот здесь. Он как бы, вот это Он говорит, это может быть последствия. Надо не надо это делать, вот то делать. Можно все это вылечить. Знаете, таких людей, которые вот постоянно живут в грехе, и вот за, у которых потихоньку отмирают эти ну, как бы чувства, которые ленивы, сплетники, разочарованные, которые э, не могут перенести обиды. Хотя Писание говорит, чтобы мы отдали все это Господу. Эти люди ищут невозможного. Они ищут ответа в самом себе и ищут проблемы, что доктор – или тот, кто их консультирует, не прав всегда. Они сами себе доктора. И чаще всего, когда встречаются с такими людьми, эти люди говорят слова, которые говорили Ишуа, когда он был у себя дома. Ему говорили так: Конечно, Ишуа говорит людям: Конечно, вы скажете мне притчу или присловие, врач, исцели самого себя сделай здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, что ты делал там. Другими словами, подожди, что ты нам здесь пудришь мозги? Врач, сначала из себя исцели, то есть вправ себе мозги. Мы-то знаем, чем мы больны, и мы понимаем, что ты нам не поможешь. Зачем тебе идти? Но в этот момент, если мы не следуем Божьему правилу, тому, чтобы мы, чтобы мы признавались друг перед другом в своих и молились друг за друга, чтобы исцелиться, следует следующее послание к евреям. 6 глава 4 стих говорит так. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших даров небесного и соделавшись с причастниками Духа Святого, вкусивших благо глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием. Другими словами, когда у человека происходит 100% тромбоз по причине, что он себя неправильно вел, неправильно питался, неправильно следовал как бы, вот, докторским как бы, указаниям, тогда происходит отмер... мертвое сердце, тогда него ничего не касается. Его не касается прославления, не касается именно, что люди каятся. Им кажется, что все, что община или церковь делает, это просто именно такой вот эм, религиозный, и либо, либо светский, либо организация, которая делает что-то просто, чтобы размножиться. А у них нет сострадания к людям больше. Их не интересует, когда они ходили, кормили людей, а теперь они говорят, пускай они сами делают это все. Но в это время они остаются клеветниками, остаются жестокими, остаются немилосердными, и у них нет чувства покаяния. Они говорят, мы ничего не сделали. Мы были, такими мы были, такими мы остались но Божьей силы в их жизни нету. И писание говорит о том, что вот это мертвое сердце может только восстановиться, именно восстановиться только через величайшее чудо, где люди не смогут помочь, где Ишуа говорит: я возьму это каменное сердце, которое пережило инфаркт и вложу в это туда плотяное, то, которое будет чувствовать. Но опять же, это путь к Богу. Иакова 5.13. «Зло, злостражит ли кто из вас, пусть молится. Весели ли кто из пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров церкви, пусть помолится за них, помазанием леем во имя Господа. Мне очень часто говорят, ну, ну а что ж вы не, не позвонили? Что ж вы не пришли? Кто из вас, будучи болен, не вызывая врача, ожидал, что он придет к вам домой? Ну, у кого-то были такие вещи? Кто там врач пришел? Ой, как хорошо. Я только подумал о вас. А у наших людей бывает так. Приходишь просто посетить людей, они говорят, только о вас думал, у меня столько проблем. Я часто говорю на самом деле к людям простую вещь. Если кто болен из вас, как вы думаете, лень это болезнь или нет? Да? А э, ожесточенное сердце, это, это болезнь или нет? Унылый дух. Да. Ты приходишь к этим людям, ничего доброго не происходит в мире. Все плохо. И самое главное, что ожидание, что к ним придут и постучат и спросят, извините, как вы себя чувствуете? Я говорю о том, что если мы чувствуем... Как верующие люди, что есть какие-то проблемы, симптомы, как в этом мире мы чувствуем, что нас что-то беспокоит. Мы набираем, Алло, это доктор, можно к вам прийти на консультацию? У меня просто что-то переживание, я чувствую, что у меня печень увеличена или что-то еще. Сделайте что-то. Я не хочу умирать, я хочу жить, долго жить и принести в этой жизни прекрасные плоды. Я живу для детей, я для живу для своей жены, для своего мужа, я живу для страны. Я хочу прожить, чтобы принести реальный в этой жизни. Ну как бы сказать, плод, чтобы было интересно прожить. Никто не, звучит, не, не звонит, доктор говорит, доктор, закажите мне, пожалуйста, э -э гроб. Я умер. Я мертвый. Мертвый, когда уже по запаху приезжает милиция. На самом деле, человек, это сущность, которая должна отождествляться с Богом. И все же. Мы сегодня приходим к пониманию, что нам необходимы этот год. Как бы я бы изменил бы все это то, что, о чем мы говорим? Я же говорил, что доктор мне назначил медикаментозное лечение в течение года, потом проверка. Диета пожизненно, время для занятий пожизненно, планированное отдыха пожизненно и сделать свое расписание дня тоже пожизненно. Если я не хочу операционного вмешательства. Кто из вас хочет операционного вмешательства Божьего в вашу жизнь? Это больно. И многие переживают, когда Бог в, 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 делает операцию свою, это больно. Но все же, если мы не хотим операции, то есть болезненного вмешательства Божьего в нашу, в нашу жизнь, нам необходимо сделать следующее: быть послушным Божьему откровению. Услышьте, мы должны быть послушны Божьему откровению, которое мы имеем. Мы должны иметь программу Духа Святого возрождения, рекомендованную Святым Духом. Мы должны иметь программу Духа Святого, которая проговорена или проговариваемая Духом Святым для нас. Это может быть на год, это может быть на года, это может быть на месяц. Это то, где мы движемся, где мы слышим, что Бог же их Дух хочет говорить нам, и мы должны туда двигаться. Мы должны себя вести. В посту и молитве Мы должны упражняться в Слове Божьем Через образование Общение друг с другом в домашних группах И эра в шаббатах Мы должны структуризировать Вовлечение каждого члена общины И прихожанина в систему Где мы будем возрастать в Боге. Сегодня я чувствую, что норма для каждого из нас Это следовать за Богом Норма нашей жизни. Не следовать просто за людьми, которые просто э, что-то придумали. Или, или советы просить у тети Сони, которая с такими же самыми проблемами. Я прочитаю, что Писание говорит об этом. Писание очень серьезно относится к этим вещам. И здесь говорится Иева э, 13 глава 4 стих. А вы сплетники лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, чтобы казаться мудрыми. Многие люди обращаются к другим, не обращаются к специалистам, не обращаются к служителям, которые смогут духовно помочь, на самом деле пройти этот путь. Обращаются к людям, которые с такими же симптомами. Скажи, чем мне помочь? Скажи, что мне делать? Эти люди как сплетники, лжи, они представляют себя ложными врачами. И на какое-то время этим людям становится легко, потому что они нашли таких же самых идиотов и вместе они разговаривают. Чтобы не было этого, нужно искать глубину Божьего присутствия чтобы быть в разуме, который Бог хочет в нас, чтобы мы были, нам необходимо искать Божье откровение. Деяние апостолов, 13 глава 2 стих. Когда они служили Господу, постясь, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призываю их. Удивительная программа Духа Святого. Как Доктор говорит, ты должен будешь сидеть на медикаментах год. И я спрашиваю себя, какая программа? Он говорит, вот твоя программа. Я верю, что как община, как церкви, мы должны искать Духа Святого и откровения от Божьего на этот год, на следующий год. Что Бог хочет, чтобы мы делали? Может быть, на этот месяц, но чтобы было откровение Святым Духом, что делать, кого поднимать, кого отправлять, что это делать. Это внутри нас. Не только касается это доктора, это касается каждого из нас, если мы хотим следовать за Богом, если мы хотим встречи с Ним, если мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась. Эта практика первоапостольской общины всегда существовала. Это было нормой обращения к Богу и иметь откровение, что нам делать, кого нам отправлять, что нам с этим делать. И важность этого очень сильна, потому что когда Павел, Рав Шаул, покаялся, он был, знаете, вот зелотом, он был ревностным человеком. Он пришел сразу в синагогу, проповедовал, говорил о чудесах Божьих, что он встретился с Ишуа Мессией на пути в Дамаск, и его чуть не побили камнями. Он приходит в Иерусалим, говорит братьям о том, что происходило. Они знают, что на нем помазание Божье, откровение Божье, на том, что он призванный апостол к язычникам, потому что говорится о том, что он с члева матери был избран к этому делу, и вдруг весь приговор братьев был такой. Иди домой. Подождите секунду. Я... Как же, дорога на Дамаск, как же, я встретился с Иешуа, и, 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 и была слеп, почувствовал исцеление, потом я проповедовал, подождите, я учился у ног Гамалаила, я, я, я знаю Писание, я знаю, что делать, и как это было откровение, что я апостол для язычников. Иди домой. Какие жестокие апостолы. У них сердца нету. Они затоптали мое призвание. Пойду я в тар, обратно. Тринадцать лет. Одиннадцать лет дома, три в пустыне. Он ждал, что его призовут. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью. Терпение, а нас его не хватает. И знаете, что происходило? Написано, что Духом Святым было откровение – когда они получили, они призвали, возложили на них руки. И вы знаете, что Павел стал одним из самых влиятельных служителей Нового Завета. Нужно помолиться. Все нормально. Возложите на Аню руки сейчас. Во имя Ишуа. Мы не будем ждать. Будем молиться прямо сейчас во имя Господа, Спасителя Ишуа, Мессия, Господи. Какая бы там болезнь ни была, какой бы ни приступ сейчас не был, Боже, во имя Ишуа просто исцели. Также Господь мы молим за тех, кто смотрит нас по телевизору, в интернете Господь тоже. Те, кто болеют, Господь ложь, возложит руки на, на свои места тела, и пускай будут они здоровы, потому что мы верим в исцеление Бога нашего. Во имя Ишуа, Мессии. Рав Шаул, он следовал за Богом, он следовал послушанию. И это практика. Ефесянам 2, 19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святые свои Богу. Быв утвержден на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Мессию краеугольным камнем. Апостолы всегда понимали важность не только самого учения, но и как обучать, и самообучение. Писание говорит о том, что э, апостолы постоянно пребывали в слове и учили людей. Я верю, что нам, как общине, необходимо утвердиться в, в Писании, изучать Писание. И это возможно, когда мы будем иметь общение с друг другом. Помните, я говорил вам? Пост и молитва, откровение Духа Святого, изучение Слова Божьего – это пути, которые мы должны, как пилюлик, приписанные доктором, для того, чтобы жить и жить в изобилии, в присутствии Божьем, потому что без Слова Божьего, без изучения Слова Божьего мы не сможем знать характер Бога и что, какое откровение имеет Он к нам. Деяния апостола 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Кто они? Ученики – это первая община. Те люди, которые приняли откровение от Ишуа и строили на основании видения, которое Ишуа сказал. Идите проповедуйте по всему миру. Начните отсюда, с Иерусалима, Самария, Иудея, и идите до краев земли. Это призвание, которое имеет каждый человек, но он находится в общении друг с другом. И важность говорит о том, что иметь это община, которая имеет отношение друг с другом. Они пребывали в учении апостолов. Правильно? Они пребывали в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Общение было одним из основ... основных доктрин. Первопосолской uh, общины. Uh, uh, Первая апостольская община имела моменты такие, которые говорили, что они преломляли хлеб, они общались, они ходили дом, из дома и к дому, они э, молились друг за друга. В домашних группах, в, э, в, на эра в шабаты, это то место, где люди не просто пришли покушать или потрендеть под языком своим, когда, поговорить, кто как, что сделал. Они приходили туда не оговаривать, что было происходило там, Йося сделал, Фима сделал и другие. А что? что Бог делает среди них, и засвидетельство в своей жизни, что Бог сделал. И там они обучались на основании учения еще Мессии, апостолов. Они поддерживали друг друга, они молились за друг за друга, они свидетельствовали друг другу, что Бог делал. И Бог прилагал, написано, людей к этому, потому что у них была цель. Цель не сказать, какие были апостолы, хотя это тоже было. Помните, поднялся бунт, Среди Еленов, или тех, кто пришли, были из Еленитов, что их вдовы были пренебрегаемы. Что сделали очень просто? Апостолы сказали: а мы переформатируем наше служение в другую немножко уровень. Мы сделаем по-другому. Мы изберем служителей, диаконов, которые будут заботиться о том, что нужно с этими людьми делать. А мы себя посвятим учению и обучению людей, чтобы они возрастали. Потому что когда мы умрем, чтобы это служение, это слово, это учение распространялось по всему миру. Это называлось еще жертвой общительности. Мы иногда не хотим жертвовать в общении в общении с друг другом. Например, сколько сестер сегодня согласились прийти на Хануку? Сколько? Поднимите руки. Сколько сестер согласилось прийти на Хануку? А остальным это просто не надо, потому что там нужно жертвовать, там нужно идти, там нужно поднять свой тух, если сесть в маршрутку и приехать 9 числа и пообщаться с другими сестрами. Зачем мне это делать? Друзья, если мы хотим сдвигаться, встречи с Богом, да, то нам необходимо иметь эту чувствительность, что мы есть община, которая следуем учению апостолов и идем к доктору и соглашаемся, что этот год у нас год обучения, этот год у нас встреча с Богом, этот год у нас возрастание в Боге. Другими словами, я сейчас вам скажу, как я вижу этот 3В формат. Взирать, выразить и вдохновить. Три формат. Очень простой. Взирать и уповать на того, которого пронзили, это наша, это наша участь, это наш поиск, личный поиск. За вас никто этого не будет делать. Выразить любовь к Богу и людям. К Богу и людям. Выразить ее не только на улицах и здесь, чтобы мы могли любить друг друга, даже если люди не любимы. Ай! Я знаю, что говорю больные вещи. Не делайте мне головную боль, да? Но слушайте. И последнее, вдохновить своей жизнью, с личным примером, жизнь людей, которые вокруг вас. Как много людей сегодня, смотря на вашу жизнь, могут сказать, я хочу того же, что у тебя. Я хочу так же быть изменен, как изменен ты. Еще раз. Взирать, выразить, вдохновить если вы помните, я уже говорил, что я хочу видеть, что бы я бы хотел как пастор увидеть. Это программы Духа Святого возрож... возрождения, вот отношения с Духом Святым. Программы на год или на два. Я хочу видеть после молитву, упражнения в Слове Божьем, об, э, общение друг с другом в домашних группах и Шабата, и также структуризация, э, 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 структура отношений чтобы как мы могли бы относиться друг к другу правильно, так и вовлекать людей, которые просто пришли, хотят познать Бога. И это все как бы докторское приписание. Я понимаю, что много наговорил. И может быть так, ну, где-то кого-то цепануло. Но если мы жаждем, если мы жаждем, если со временем, которое мы ну, провели. Нам кажется, что мы нуждаемся в, в докторе, да? Придите, поговорим, позовите и сделаем. Служителях и совет хотим всегда помочь людям, всегда. Я понимаю, что есть разные люди. Я знаю, что есть разные мнения. Но если мы не будем эхать вместе с целью в Боге. И я вам уверяю вас, если я сегодня вас под, ну, спрошу, кто из вас чувствует, что вы нуждаетесь в Боге, вы нуждаетесь в докторе, почти все из вас поднимут руки. Почему? Потому что это реальность. Мы общаемся в этом мире, мы общаемся с мирскими людьми, мы иногда... Грешим Павел говорит, если кто, если кто не согрешает в Слове, то человек совершенный, могущее буждать и все тело. Если мы не имеем общения друг с другом, не на основании сплетен и разговоров о ком-то, о чем-то, но об Иисусе Христе, Ишо Мессии, тогда не будет никакого исцеления. Только на основании Вешой Мессии, когда мы общаемся о Боге, о том, что Он сделал во мне, и как я уповаю на Него, мы получим исцеление и также освобождение от грехов посредством крови Ишуа Мессии. Мне выписали на год, это кардиомагнил, это тот же аспирин, только мне разжижает мою кровь, чтобы она не была густая, чтобы текла эта кровь по моим сосудам, легко, чтобы это происходило. Второе мне выписали, это крестор, которое это понижает плохи, плохой холестерин. Плохой. Есть хороший холестерин, есть плохой холестерин. Плохой холестерин – это то, что делает тромбоз. Да? У нас язык есть. Мы этим языком говорим «хорошее», есть плохое. Это крестор, который нам нужно уменьшить, уменьшить плохой холестерин, плохие слова, плохие мнения, плохие ситуации, чтобы не, не было тромбоза. Мне приписали еще какой-то еще один препарат на целый год, то есть, чтобы что-то произошло. Верю ли я в это? Я не медик. Я не врач. Слышите, нет? Я не врач. Но что я сделал? Я сказал, если этот человек, он специалист, он поставлен Богом, я иначе не могу сказать, потому что он имеет мудрость, он пошел в институт, он, прош, он учился, он, он дал время, и он на позиции, чтобы помогать людям. Я говорю, я хочу доверить тебе. Чувствую ли я какие-то перемены сейчас, вот мгновенные перемены? Нет. У меня так же самое еще до сих пор. Уже два месяца прошло, у меня еще повышенный плохой холестерин. Но это не означает, что его не будет через еще полгода. Я должен довериться, что каждое дневное мое принимание 11 таблеток, которые у меня написаны, да, помогут мне через время увидеть результат, который я хочу увидеть. И доктор говорит, это операцию не нужно, но мы можем продлить твою счастливую, прекрасную жизнь. Ты сможешь потом пойти в, в, в спортзал, ты сможешь еще это делать, ты сможешь потом еще делать то, что ты хотел бы сделать, но сегодня, на сегодняшний день, ты должен довериться мне. И честно, я не чувствую много вещей. Что я иногда чувствую, что у меня болит сердце. У меня сосед там перестраивает свои, свои огороды, а у меня сердце болит, потому что нет у него согласования никаких. Я пытаюсь уйти от этих проблем. Мне звонят по телефону, что-то там еще проблемы у людей, экономические там провалы какие-то. я сидю, как я могу помочь людям? Тут мое сердце... Начинают перебои, перебои такие... Оно болит. Оно переживает. Есть риск еще инфаркта. Есть. Но я делаю то, что доктор приписал, веря, что это поможет мне.